А перед началом видео рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Поехали! Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о легендарном Volkswagen Touareg первого поколения. Мы осмотрим все достоинства и недостатки данного автомобиля, зато у него интерьер и экстерьер. Что ж, не будем вас томить, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Первое поколение Volkswagen Touareg появилось в 2002 году и стал для немецкой марки первопроходцем в сегменте SUV. Поэтому официальные представители Volkswagen заверяли, что по уровню ездовых свойств и исполнения модель была готова посоперничать и с более именитыми аналогами из премиум-класса. Знаменитый внедорожник Touareg был представлен на парижском автосалоне в 2002 году и сразу же произвел фурор среди автолюбителей. Он стал достойным конкурентом для BMW X5, но с более трудным характером и целым рядом недостатков, которые были устранены лишь после рестайлинга в 2006. Но, как бы там ни было, Touareg действительно оказался универсальным внедорожником с отличной динамикой и похвальной проходимостью, чем и завоевал сердца сотни тысяч автолюбителей по всему миру. Окунемся немного в историю. Первые внедорожники от линии фирмы Volkswagen были гоночными прототипами современных Touaregов. Их участие в знаменитом ралли Париж-Дакар дало стремительный толчок к развитию и продвижению нового кроссоверного концерна. Volkswagen Touareg первого поколения – это среднеразмерный SUV бизнес-класса. Был разработан совместно с Porsche на отдельной платформе 7L, на основе которого были также созданы Porsche Cayenne и Audi Q7. Кузов Volkswagen Touareg сделан из оцинкованной стали высокого класса. Спереди он оснащен прямоугольными закругленными фарами с двумя линзами. Между ними хромированная решетка радиатора строгой формы, украшенная логотипом компании. Сзади фонари отличаются большим размером, частично накладываются на крышку багажника. Наверху размещено антикрыло со стоп-сигналом. Внизу же мощный бампер имеет выступы под выхлопную систему. В целом, кузов Volkswagen Touareg заслуживает похвалы. Он довольно успешно сопротивляется коррозии за счет качественного лакокрасочного покрытия, и сколы от попадания мелких дорожных камушков практически не образовываются, равно как и паутина из мелких царапин вследствие частых моек или полировок. Многие автолюбители отмечают, что первый Touareg по комфортности и дизайну салон напоминает бизнес-класс самолете. Он имеет продуманный эргономичный интерьер с дорогими материалами, обшивками и идеальной шумоизоляцией. Кожа отлично сочетается с деревянными и алюминиевыми вставками, а также мягким пластиком. Вместительность багажника Touareg составляет 555 литров, однако при откидывании задних сидений можно получить грузовой отсек объемом в 1570 литров в виде практически прямой площади. Однако интерьер Volkswagen Touareg все же имеет свои недостатки. В целом электронные системы внутри салона особой надежностью не отличаются, поэтому ожидать подвоха можно от чего угодно. Это может быть обогрев сидений или панель приборов, а также дисплей бытового компьютера и многое другое. Иногда бывает и так, что в багажный отсек во время дождя или снегопада просачивается вода через засохшиеся швы герметика в районе газовых упоров пятой двери. Что ж, теперь стоит перейти к техническим характеристикам и в первую очередь рассмотреть все же двигатели, которые ставились на Volkswagen Touareg с момента его выпуска и до рестайлинга вплоть до 2010 года. Сейчас перед вашими глазами все двигатели, которые используются в Volkswagen Touareg первого поколения и в рестайлинговой модели. Что ж, теперь обо всем по порядку. Бензиновые двигатели. Первый бензиновый двигатель, который мы с вами рассмотрим, это V6, рабочий объем 3,2 литра. Имеющий 220 лошадиных сил, а в период 2005-2006 годов 241 лошадиную силу. Следующий двигатель 3,6 литров на 276 лошадиных сил, выпускаемый с 2006 года. Следующий это V8 на 4,2 литра, 310 лошадиных сил, а с 2006 года 350. Ну и замыкает у нас V12, 6-литровый двигатель с мощностью 450 лошадиных сил, выпускаемый также с 2006 года. Дизельные агрегаторы оснащаются рядом R5 на 174 лошадиные силы, также V6 объем 3 литра на 225 и 240 сил и двигателем V10 объем 5 литров, который имел 313 сил, а с 2007 года 350 лошадиных сил соответственно. Что касается надежности силовых установок на Volkswagen Touareg, то тут следует учесть одно правило.
а именно брать машину с наибольшим двигателем. И запомните, чем мощнее, тем лучше. Почему же стоит выбирать более мощные агрегаты? Тут все просто. Ведь дизельные 3-литровые и бензиновые 3,6-литровые двигатели имеют свои недостатки, которые не присущи более мощным двигателям. Дизельный 3-литровый двигатель страдает потеками заднего сальника, колечного вала, растяжением цепи ГРМ, а также недолговечной службой впускного коллектора. Базовый 3,6-литровый бензиновый двигатель все же имеет свои недостатки. Это прежде всего разрушение поршневых коллекций, а также быстрый выход из строя форсунок. Однако все эти двигатели по своей ненадежности не сравнятся с 2,5-литровым турбодизелем. Пожалуй, это самый худший двигатель, который устанавливался на данную модель. Все дело в том, что помимо общих недостатков с предыдущими двигателями, он имеет также свои косяки, а именно его особая прихотливость к виду топлива и моторному маслу, а также огромная прожорливость. Что же касается пневмоподвески, то она является достаточно неплохой и вопреки ожиданиям имеет достаточно долгую живучесть. Ее ресурс в среднем составляет 200 тысяч километров пробега. Чем же еще оснащалась модель Touaregов? Давайте рассмотрим. Volkswagen Touareg первого поколения оснащен встроенными парктрониками с визуальной индикацией цветов, сигнализацией заряда прикуривателя, ABS и ESP, системой обдува для задних пассажиров, причем в трех режимах, узлом направления охлаждаемого воздуха в перчаточный ящик. На верхней консоли в салоне установлен цифровой календарь, боковой и фронтальный солнцезащитные козырьки для водителя. Такой же козырек для защиты от ослепления водителя светом фар имеется над зеркалом заднего вида. Изучив банк объявлений, на сегодня мы можем сказать, что Volkswagen Touareg первого поколения обойдется вам приблизительно от 700 до 1,5 миллионов рублей. Что же можно сказать о Volkswagen Touareg первого поколения в итоге? Это хороший автомобиль, причем за свои деньги. Это достаточно неплохой SUV. Но все же он имеет свои недостатки. Прежде всего нужно определиться с выбором двигателя. Как мы уже определили, чем мощнее, тем лучше. Следующий недостаток – это недоработка системы герметизации замка задней двери. Такая же проблема присутствует и у уплотнителей люка. По отзывам автолюбителей и владельцев Volkswagen Touareg мы выяснили, что обслуживание и ремонт данного автомобиля обходится очень дорого. К примеру, смена подвески на Volkswagen Touareg по отзывам может обойтись в районе 400-500 тысяч рублей. На портале DROM мы выяснили, что расход топлива данной модели составляет приблизительно от 9 до 16 литров топлива на 100 км. Так стоит ли покупать Volkswagen Touareg первого поколения? Точного ответа на данный вопрос нет. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Однако мы можем искать вам и аналогов, которые вы можете купить за схожей ценой, что и Volkswagen Touareg. Это Toyota Land Cruiser Prado, BMW X5, Audi Q5 и Q7, а также Infiniti QX70. Если вы хотите, чтобы мы сняли видео про один из данных автомобилей, напишите нам в комментариях. Ну что ж, с вами был канал Илья Автоклуб. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!